О спорте, обливание ледяной водой, как испытание для настоящих мужчин. Это и стало кульминацией всероссийской акции «Быть здоровым – это модно». Астрахань поддерживает эту акцию второй год подряд и сегодня стала одним из 40 российских городов участников проекта. Идея исходила от боевых офицеров спецназа «Альфа», а ее проводником в Астрахани стал спортивный клуб «Патриот». Все подробности у Вадима Романова. Астрахань присоединился к всероссийской акции «Быть здоровым – это модно». Рады всех приветствовать. Хотел сказать, что быть здоровым не только модно, но и важно. Поэтому мы сегодня вместе со всей страной. От Астрахани большой привет! Яркое, музыкальное, фееричное спортивное шоу состоялось на площадке Астраханского спортивного клуба «Астрахань». Это всероссийский проект, и наш регион участвует в нем второй год. Кстати, инициатива акции исходила от боевых офицеров спецназа «Альфа» ФСБ России, которые разработали собственную систему спортивного воспитания молодежи. Кульминацией стало обливание холодной водой в цветах государственного флага России. Все делается только на добровольных началах, подчеркнули руководители регионального Минспорта. Есть гости, есть воспитанники, спортсмены, которые сегодня будут участвовать просто в тренировке, не обязательно обливаться. Все это делается по, скажем так, по желанию, только для тех, кто это хочет сделать. Поэтому есть те, кто придут поддержать тех спортсменов, которые участвуют в обливании, родители, которые привели своих воспитанников. Поэтому будут как и болельщики, так и спортсмены. Астраханская молодежь очень активна. Кстати говоря, вот эта акция покажет, что у нас активна не только молодежь, но и более старшее поколение. Примеры добрые советы дали участники астраханской группы «Моржи» из клуба «Седой Каспий». Разминка перед акцией обязательно, считают профессионалы. Так что на подготовку вышли все вместе, как дети, так и взрослые. Всего около 150 человек. Для них на зеленом поле стадиона уже приготовлены ведра с ледяной водой в цветах российского триколора. Проходит очень значимое мероприятие. Мы принимаем в ней участие второй раз. Главным организатором является спортивный клуб «Ярабол» с его руководителем Ильей Шадриковым. И вот в этом году в данном мероприятии принимает участие 40 городов, 3 страны. Мы рады, что это мероприятие здесь активно поддерживается Министерством спорта. Вот, и мы вместе делаем крутой праздник. Сегодня 100 наших воспитанников обольются холодной водой, а перед этим их ждут интересные испытания. На поле прошли показательные выступления по рукопашному бою, а опытные инструкторы клуба «Патриот» учили молодых в считанные секунды приготовить автомат к возможному бою. Так что скучать не пришлось никому. Наконец-то настало время для кульминации. Болельщики как могли поддерживали своих спортсменов. Да и погода в Астрахани была с ними заодно теплая и солнечная. Так что ни один не отступил и не стушевался. Все получили отличный заряд энергии и бодрости, ведь быть здоровым – это модно и престижно на все времена. Вадим Романов, Марат Бишаров, Дамир Майкенов, «Вести», Астраханская область.